1 сентября для детей и родителей начинается отсчет Нового года, учебного. 43 школы Люберец вновь открыли свои двери. В них будут получать знания более 30 тысяч ребят. Это на 2700 больше, чем в предыдущем году. В День знаний корреспонденты ЛРТ побывали на торжественных линейках в люберецких школах. И Луиза Егиазариан расскажет о празднике в гимназии номер 41. В школе ждут меня друзья, школа. Особенно в этот день радуется первоклашкам, которых ждет долгий и счастливый школьный путь. На первую торжественную линейку они вышли вместе с учителями и старшими друзьями, которым скоро предстоит прощаться с гимназией. После того, как на праздничную площадку вынесли флаг России, все дружно запели гимн страны. На празднике присутствовали почетные гости. Среди них сотрудники управления образования, представители администрации, а также местные депутаты. Сегодня день знаний, день первого звонка, день встречи с новой школой, с новыми друзьями, с учителями. Впереди у вас, дорогие дети, большой, непростой, но очень интересный период времени. Успехов, свершения в вашем пути, здоровья, счастья, мира, добра всем. После многочисленных поздравлений и творческих выступлений слово предоставили главным виновникам торжества. И сегодня праздник у нас. Первый раз идут первоклассники в свой приветливый школьный класс. Не менее особенным этот день является и для выпускников, ведь в качестве учеников они отмечают День знаний уже в последний раз. Для гостей праздника они исполнили веселый танец. Право дать первый звонок в новом учебном году предоставили ученику 11 класса Вадиму Черткову и первокласснице Василисе Смирновой. После торжественного мероприятия воспитанники 41-й гимназии отправились в свои классы. Первый урок у самых маленьких школьников прошел необычно. Их навестили сказочные персонажи. Я буду называть предмет, если этот предмет нужен в школе, вы хлопаете в ладоши. Попробовали. Если этот предмет не нужен в школе, вы топаете ногами. С шуточным заданием ребята справились на отлично. Несмотря на то, что мальчики и девочки пришли в гимназию впервые, они показали хорошие знания. А в память о первом учебном дне учитель раздал детям подарки и сувениры. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.